Вітаю в студії репортер Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про розвиток дитячого футболу. Є чудовий привід. 13 березня розпочинається весняний кубок Сорського району, наскільки я розумію. Олександр Шишков, тренер, засновник, легенда дитячого юнацького футбольного клубу «Атлетик». Радий вітати Олександра в нашій студії. Говоримо не тільки за цей турнір, говоримо взагалі про розвиток, про передумови розвитку дитячого футболу в 21-му році. Все ж таки кілька слов про турнір, а потім, чи є кому грати, чи є де грати, і взагалі ставлення батьків до того, що їх діти обирають саме цей спорт. Ну, добрий день, Віталій. Да, у нас 13 марта стартує вже 7-й весенний кубок Суворовського району по футболу серед дитячих команд. Ми так назвали цей турнір. В прошлом году мы из-за пандемии пропустили этот турнир, должен быть уже в этом году, должен был быть 8-й, но 7-й. Вот. И надо сказать, что для нас этот турнир он является рекордным в плане количества команд. У нас впервые в этом турнире уже заявилось 65 команд детских, которые сыграют в 4 возрастных категориях. То есть это порядка где-то больше 700 человек детей. Вот такое вот количество, такие вот цифры исходные, которые принимают участие в этом турнире. Ну, это, наверное, из самых масштабных таких, вот, ну, не побоюсь, таких детских мероприятий, ну, в Одессе, все, спортивных мероприятий. Вот. В чем особенность турнира? В том, что в Суворовском районе дети получают возможность каждую субботу в рамках своих тренировочных микроциклов и участвовать в играх. В играх, которые не просто так себе собрались, поиграли, а там есть определенные медали, есть определенные кубки, награды, да, есть расписание, график, каждая игра снимается, есть фото. То есть, ну, какой-то такой подход, таблицы, результаты и так далее. То есть, вот такой подход, который позволяет детям окунуться в атмосферу соревнования. Не просто сыграть какую-то игру, а окунуться в атмосферу соревнований на протяжении всей весны, на протяжении каждой субботы, за исключением там, пасхальных праздников, мы будем играть. То есть на 4 площадках одновременно, 4 возрастные категории. Самые младшие у нас дети – это 7-летние. Потом идут 9 лет, 11 и 13. Это 4 возрастные категории, в которых мы играем. Возраста спаренные, и в каждой возрастной категории у нас еще предусмотрены лиги, потому что действительно команд, ну, как бы много, уровень команд разный, и мы решили, исходя из нашего опыта, поделить их еще на 2 лиги согласно своих сил. То есть мы назвали их там, на испанский манер «Примера» и «Сегунда», в которых принимают, ну, там, команды, которые посильнее немножко, вот, чувствуют себе силы, заявляются в «Примеру». Те команды, которые послабее, только начинают тренироваться, либо только собрались как команды, они играют в «Сегунде». То есть как бы удовлетворяем как бы любой спрос в этом плане на участие в турнирах. Вот. У нас в примерах, конечно, желающих поменьше, там по 8 команд, у нас в секундах по 12 команд. То есть там желающих очень много. Итого у нас вот 4 возрастные категории. Если брать секунды и примеры, то это у нас получается 7 лиг, и вот 65 команд принимают участие в них. То есть действительно это очень много, и нам как бы там, ну, вот, в этом сезоне весной предстоит так, ну, очень много работы, связанной с распределением команды, с расписанием графиками и так далее, то есть с составлением календаря. Нас это, с одной стороны, как бы радует, что такое количество, с другой стороны, мы немножко, конечно, так настороженно к этому относимся, потому что это новый для нас вызов, который мы, ну, вынуждены будем принимать. Вот. А вообще, конечно, детский футбол потихоньку развивается, связано это, конечно, с развитием инфраструктуры определенной, связано с тем, также с тем, что появляется много людей, которые хотят заняться тренерством, хотят заняться тренерской деятельностью. Очень много через меня человек прошло, вот нам, клубу, нашему клубу 10 лет, много молодых тренеров приходило, которые считали, что вот сейчас, да, вот дайте только мне этот материал, я сейчас из него сделаю мессимер, я знаю как. Вот. Потом оказалось, что это сам, на самом деле это очень тяжелый, кропотливый труд тренерский, вот, требующий постоянного саморазвития, самообразования. Вот, и многие тренеры, ну, как бы так уходили, сходили с этих позиций. Вот. То есть такое, такое вот есть. Вот. Но в то же время появляется очень много желающих организоваться, очень много желающих собрать группу какую-то там и так далее. Появляются новые клубы, становится интересно. Даже вот если сравнивать, 10 лет назад мы стартовали, ну, то есть было там единицы, можно вот было, ну, на пальцах одной руки пересчитать клубы, там, да, школы, которые у нас были на то время в Одессе. Вот. Когда мы вот сегодня, да, спустя 10 лет, это уже, ну, приличное количество, это уже даже не хватит и пальцев, и рук, и ног для того, чтобы всех, для того, чтобы пересчитать это количество клубов и команд, которые начинают образовываться. То есть детский футбол, естественно, переживает подъем, но в связи с этим есть определенные
риски, кризисные моменты, связанные с этим ростом, такие как там соревнования, да, проведение, то есть учебно-тренировочный процесс, люди гонятся за чем-то таким, такими, какими-то такими результатами. Они вроде вполне конкретные, но они, как бы, исходя из педагогической практики, вредят тем же детям в будущем. То есть тренеры идут на поводу, родители удовлетворяют их какие-то там, да, эгоистические, может быть, даже моменты, связанные с занятием футболом, это опять же страдают дети. То есть качество тренерского штаба, конечно, у нас страдает. Я вот сам с этим столкнулся. Почему? Потому что сегодня, опять же, есть такой спрос, ну, как бы вот есть такой, спрос, назовем это, на подготовку детей, скажем так, трехлетнего там возраста, 3,5 годика, 4. То есть это очень, мне очень много звонят и спрашивают, а 3,5 принимаете? А 3 принимаете? А у меня 2,5 года, мальчика вы принимаете? А вот он очень шустрый, очень быстрый, ему 2,5. Он у нас такой, и начинаешь людям объяснять, как бы. То есть, спрос есть. То есть мы же, а есть люди, если есть спрос, то значит есть и предложение, соответственно, да? Вот, поэтому появляется много таких вот и школ, там, связанных с подготовкой таких маленьких детей, со своими методиками определенными. Ко мне приходят вот такие вот дети, решил когда-то для себя попробовать вот таких малышей набрать. Естественно, конечно, это тяжелый труд, то есть, реально тяжелый, потому что ты с маленькими детьми, ты должен им донести что-то, заинтересовать их, а главная задача тренера в этом возрасте именно заинтересовать. Ну, футбольная школа, но детячий сад. Я так жестко высловился. Детячий сад, да. Ну, понимаете, детей надо развивать с детства. Да? Мы всем об этом говорим, что ребенка надо с самого детства, вот он уже лежит, еще ходить начал, его уже надо физически развивать. То есть, понятно, что тренировать ребенка, давать ему какие-то сложные схемы, или вообще учить его бить внутренней стороной стопы, это бред полный, да. То есть, если ребенок пришел играть, если хочет заниматься футболом, или папа решил, что ребенок хочет заниматься футболом, и что ему нужен свежий воздух, и он хочет бегать и играть с мячом, что развивает, естественно, ловкость, там, координацию, и тогда еще дополнительные качества физические, скорость, естественно, силу впоследствии. Мы не можем запретить, как бы, вроде это, да, к этому, но мы должны подойти, как бы, разумно к этому, с пониманием того, что это детский сад, с пониманием того, что у нас должны быть соответствующие методы подхода к таким детям, к маленьким. И дальше уже, как по мере роста этого ребенка, соответственно, мы должны эти методы менять, подстраивать все это под дальнейшую работу. Но вот многие тренеры, знаете, как вот настолько тренеры, что они вот такие великие тренеры, что они, с такими маленькими детьми они работать не могут. Потому что надо становиться клоуном, там, сказочником, кем-то еще, аниматором, да, вот таким вот, но не тренером. Задача такого тренера, ребенка, увлечь, убедить в том, что ему интересно с мячом, что мяч – это некий живой предмет, как бы его, если с ним можно вот так делать, и ловить, и бросать, и ногой, и как угодно. Еще, и как можно чаще его касаться, естественно, и придумать игры различные, там, связанные с мячом, которые ребенок будет сразу воспринимать, и включаться в игру, потому что ребенок очень тяжело включается в задание «ведите мяч, вводите конусы, передавайте, возвращайтесь обратно, передавайте мяч своему партнеру». Это очень тяжело для ребенка. А когда ребенок понимает, что у него тут целая набросана картина образов, что это не мяч, а там какой-то там, колобок, условно говоря, а это не тренер, а это вол, который хочет это, а ему надо этого колобка там что-то с ним сделать такое, что, понимаете, да, то есть о чем я говорю, что тогда ребенок активно включается, он ногами этого колобка пинать будет, там, под себя убирать неосознанно, и потом, когда уже придет процесс обучения, наступит этап обучения, это вот 9 лет, тогда, конечно, мы уже надо будет обучать. А у нас, как у нас начинается, вот уже с 4 лет начинают уже принимать и, как правило, учить. Потом это надоедает ребенок не ходит, соответственно, и тренер мучается с вопросом, а что же происходит, почему дети, пришел ребенок и ушел ребенок. Это сильно большая проблема, и у меня самого вот было много групп уже, я как бы так немножко понатаскался в этом деле. Много групп, приходило детей, я уже там 40 человек уже, я сейчас уже искал человека, который я бы мог их передать, эти группы, дети 15-го, 16-го, 17-го года рождения, там, по сути, им там 3,5-4 годика, там 5-6 лет, 5, такое. Вот. И никто не хочет брать их, потому что людям сложно. Вот. Поэтому, как бы, у меня тут созрела такая даже мысль о том, чтобы создать какой-то курс, может быть, рассказать людям, родителям прежде всего, и тренерам, которые хотят с такими детьми работать, какие-то моменты, которые существуют, для того, чтобы подойти к этому так более осознанно. Потому что я же говорю, спрос есть, а люди просто им злоупотребляют этим спросом. Как есть спрос на индивидуальную подготовку футболистов, есть спрос на то, чтобы чуть ли там не тренер этого футболиста вел, и тренер уже начинает, а давайте парашютик купим, и сейчас парашютики мы прицепим, чтобы он с парашютом бежал 8-летний ребенок, понимаете? Парашют – это скоростная выносливость. Скоростная выносливость тренируется с 12 лет, развивается с 12-13 лет. Я уже не говорю про выносливость и так далее, которые развиваются с 14. А у нас уже с 8 лет детям выносливость уже, понимаете, развивают.
И такое тоже есть, это сплошь и рядом. Это очень сплошь и рядом. Понимаете, это настолько вот среди нас просто, ну, тотально. Вот я насколько наблюдаю за всем этим. Есть. А родителям надо что? Чтобы ребенок устал, пришел домой, лег, отрубился и все, и спал. Понимаете, у меня тоже такое. У меня даже такие были. Цікавий висновок. Цікавий висновок. Я не думав про це, але, ну, дійсно, якщо після виснажливого тренування дитина приходить як лимон, якого нема там вже нічого, ні кісточок, не сік весь вижили, і це вже... Я говорю, от тренер поработав, от молодець тренер. Родители так думают, да, вот этот тренер молодец. При том, что тренер может даже и не осознавать той нагрузки, которую он дает, понимаете. Он должен, ну, не чередовать нагрузку с восстановлением, он может. То есть тут куча есть факторов, которые тоже мы с ними сталкиваемся на протяжении нашей деятельности. Виктор Захарович Зубков, уважаемый наш человек, когда пришел к нам в клуб, он посмотрел на это все своим набитым, ну, таким вот взглядом, скажем, наметанным. И сказал, ребята, очень много, ну, дайте нагрузку, очень много бегать. А нам казалось, что нам надо еще и турниры. Он говорит, ребята, дайте детям немножко остановитесь, дайте им отдохнуть, ну, как бы восстановиться, потому что так нельзя. Вы их просто угробите, и все. И мы к 12 лет получим маленьких инвалидов уже с какими-то там травмами хроническими и так далее. Вот. Поэтому наш турнир, который вот мы организовываем, да, и который мы делаем, он у нас субботний, у нас одна игра в неделю, мы рекомендуем. У нас есть для наших тренеров микроциклы, при которых у них есть 2-3 тренировки, и четвертая или третья – это игра. Не надо ничего придумывать, выдумывать. Хорошие соперники, есть время для восстановления, все очень недалеко. И мы видим, что те дети, которые сегодня уже подписывают контракты, когда-то они уже играли в первом турнире весеннем, были совсем малышами, а сегодня они уже прописывают профессиональные контракты, участвуют уже в профессиональных матчах, играют за профессиональные клубы. Это радует. Я уверен, что у нас вот в этом турнире, ну, я точно даю гарантию, что какой-то вот сборник Украины сейчас или там какой-то игрок уж там высокого класса, я не говорю там вторая лига, первая лига, да, это там премьер-лига, уровень премьер-лиги. В любом случае этот игрок, он где-то здесь уже играет, и мы там пройдет какое-то время, а время летит очень быстро, мы о нем узнаем. Ось саме про це я хотів запитати, тому що не тільки є проблема там, маленьких дітей і батьків, а й проблема, коли вже юного футболіста потрібно, ну, випускати. Виховали, там, 16-15 років, а що саме далі? Ось ви навели приклад людей, які знаходять себе в професійному футболі. Я не буду проти, якщо ви там називаєте кілька прізвищ, але все ж таки більше, ну, декілька сотень футболістів, починаючих, початківців футболістів перейшло через атлетик. Одиниці, якщо одиниці там стають справжніми футболістами, це вже успіх. А що з остальними робити? Як складається їх життя? Чи вдається там, може, спілкуватися? Можливо, хтось змінює кардинально діяльність. Він там 6-7, там 5-6 років грав там на турнірах, а потім, ну, все. Да, мы регулярно сталкиваемся с этим, конечно. Дети растут, они меняются, у них наступают какие-то периоды, там, пубертатные, да, периоды определенные, взросления своего, у них меняется мировоззрение, меняются мозги, они делают какие-то поступки, кто-то заканчивает с футболом, кто-то, наоборот, собирается и так далее. Но вот этот этап перехода ребенка из детского футбола во взрослый футбол, он очень интересный. То есть мало того, что он интересен, он очень важен, потому что здесь мы можем, действительно, очень много теряем детей на этом этапе, вот, потому что ребенок где-то, ну, имея уже в этом возрасте там 16-17 лет, это сложный возраст для ребенка. Ну, для ребенка он становится уже мужчиной, это определенные ломки, психологические ломки, то есть происходят мировоззренческие ломки, он там считает, что он все знает, а его родители и тренер ничего не знают, когда, потому что он только все знает. Вот. И здесь задача вот тренера и задача клуба, мне кажется, любого этого ребенка провести через этот этап максимально, с минимальными потерями для этого ребенка. Да? А мы когда говорили, да, о том, что очень мало детей выпускается, да, допустим, и там есть свое интервью там в интернете, в котором там анализируются там школы детские и такие школы-интернаты топового уровня, когда набирается там в 9 лет это одни дети, полная команда, 12 лет это уже команда наполовину, 14 лет это уже там треть от той команды, которая была с самого начала, а уже на выпуске там 2 или 1 человек остался от той команды, которая была на самом начале, потому что новая кровь, собственно, приезжает, новые дети, которые более, он может в глубинке где-то рос, у него нет никаких навыков, но у него есть хорошие качества определенные, с которыми работать можно, и, соответственно, они вытесняют этих детей.
А в то же время, ну, и тренер, да, тренер смотрит, ой, ребенок, и он сразу как этими детьми там вот бросается. Для ребенка это психологическая травма, он начинает обижаться, может, закончить футболом и так далее. Понимаете? В то же время, как Вальдес, тоже вратарь Барселоны, говорю, у нас вот набрали там когда-то в свое время от Барселоны группу и выпустили вот так уже. И там, из которых вот там, вот человек 10 там заиграло. Ну, даже класс 92 там с Манчестер Юнайтед більш-менш набрали, и да, вся компания пройшла там, так, 10 років поруч. Короче, на самом деле здесь все зависит там от тренера, от футболиста, от того, как тренер себя поведет в том или ином моменте, от клуба, как он себя ставит, понимаете, здесь, а дети, соответственно, они, он обиделся и все, ушел и закончил. Или там, например, нуждается в деньгах какие-то очень резкие, ну, там, какие-то, или просто ты считаешь, что футбол его не может уже кормить, и у него нет времени ждать. И, в принципе, он ждать не может до 21 года, если ему 19 он не стал футболистом. 21 год он уже точно не станет, он так думает. Хотя, с другой стороны, в Англии, мы же знаем, до 23 лет они играют U23, это самые такие еще, самые пожилые уже молодые люди, которые до сих пор играют. И еще есть надежда на то, что этот 23-летний человек будет играть в премьер-лиге. Ну, как бы понятно, что это уже бизнес, это уже деньги, там все считается в этом плане, исходя из этого уже, из этой целесообразности уже все это организовывается. У нас это U19, наша такая флангманская команда, как бы топовая наша команда, которая дает возможность нашим детям, закончив школу, закончив спортивную школу в том числе, перейти на другой уровень. И не искать что-то себе там придумывать, из головы доставать или выходить на любительский уровень городской и там с дядями толкаться, а продолжать дальше там системно тренироваться, участвовать в чемпионате Украины, регулярно вот, как, да, там, находиться в том процессе, который необходим для профессионального клуба. Да, то есть, вот, с режимом определенным, потому что мы знаем, что любительские коллективы одесские – это хорошие команды, то есть там где-то много соблазнов для молодого футболиста. А здесь все-таки некий режим, там 19-летние ребята, они молодые, они все еще что-то хотят. И еще 2 года у них есть для того, чтобы после 17 лет поднимать свой уровень. То есть ну, это очень как бы, здорово для них прежде всего. И нам это надо для того, чтобы детей сохранить. Ну и, соответственно, уже, когда если мы думаем о профессиональном статусе, то эта команда как бы как раз есть тот буфер, та переходная точка, которая вот поможет нам перейти в этот профессиональный статус. Розговорів, розмов взагалі про футбол дуже багато. Ми лише розпочинаємо таку, я впевнений, серію філософських розмов про дитячий футбол, про молодіжний футбол. Пропоную за кілька тижнів, Олександр, нам ще раз зустрітися. Тому що, так, ми бажаємо успіхів вам, вашим колегам в проведенні чергового турніру. І обов'язково пропоную поговорити про успішних вихованців школи атлетик. Це буде ну, дуже цікаво, як на мене. Ну і потім вже і про молодіжний футбол. Ми знаємо, що збірна України – діючий чемпіон світу з U19. Mm. А у нас прийнято ну, потім говорити, ну не прийшло вже там 2 роки, а вже говорять, ну ось бачите, ніхто там не заграв. Чи не зарано? Я ставлю 3 крапки в цьому питанні і обов'язково будемо шукати відповіді на це і на інше питання за кілька тижнів. Запрошую наперед вас, Олександре. Дякую, успіхів вам і всьому атлетику. Дякую, Віталій. На все добре, залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій.